Итак, добрый день, я лидер группы «Черная дата», меня зовут Сергей Петренко. Сегодня находимся мы на съемках клипа «Волчья песня». 5 раз были сорваны съемки. Вот сегодня нам удалось проделать такую нормальную, хорошую, плодотворную работу. Спасибо Сереже Опенько, нашему видеооператору, и его команде. Хорошо получилось, хорошие съемочки, хорошее место выбрали. Вот, всем мы довольны, будем ждать скорейшего выхода чистого варианта клипа песни. И мы вторым проходим. Ребят, сегодня еще, да, Сергей Отсочек еще позвал Петренко меня на съемки клипа. Нормально снялись, попили самогон, все отлично. Я считаю, что съемки прошли на ура на самом деле. 1, 2, 3, 4. Задний не успевает, по-моему. Присутствовал также у нас на барабанах Антон Рыбников, полный еще, но он зачетный чувак на самом деле. А вот присутствует сам лидер группы «Черная дата» Серега Петренко.